И вновь здравствуйте, господа и дамы, с вами Севен, мы продолжаем проходить Unravel и тупить в ней. И, в общем-то, down in the hole. Вниз в дыру, если дословно. Новый уровень, новые фотографии, офигенные фотографии. Оживленные фотографии, или, как их сейчас называют, просто живые фото. Единственное, дойдет ли когда-нибудь техника до того, что можно будет делать живые фото не в цифровом виде, а в каком-нибудь таком, знаете, для цифровых вот этих вот рамок. Было бы интересно. Хотя, если цифровые фото живые можно сделать, почему нельзя будет их втыкать в рамку? Может, уже можно, кто знает. Тем временем у нас опять лес, опять дождь. Почему опять? Не знаю. Просто дождь, но лес опять, да. Но погодка так себе. Ярне, по-моему, она совсем не нравится. И ему, по-моему, холодно. Ой, дорога какая-то. Это было страшно. Вот, по-моему, таким милиписически, если так посмотреть. Умираю. И не могу дальше пройти. А где была-то штучка-то? А, вон она. Господи, напугали. Думаю, что за подстава такая. У меня такой вопрос, как бы, зачем он туда отправляется, во все эти края, чтобы сколлекционировать воспоминания? А зачем он это делает? Может быть, он один из всех... Ого! Из всех остался? Ну, то есть, его собратьев там понаделали? И потеряли, может быть, в пути, в дороге. Нет, что-то как-то не получается. Сейчас, короче, забабахаемся, трамплин. Ни хрена. Так, ладно, сейчас мы его подвинем тогда. Может, тебя можем подвинуть как-то? Ты не двигаешься. Напрягает меня сие. Серьезно, подожди, уйди. Оп. Давай, тебе можно? Нет, нельзя, слушай. А, вот, кстати, смотри. А вот так, в принципе, работает. Если совсем-совсем на край. Вот сюда куда-нибудь. Вот подстава. А, подожди. Вот туда можно. А как? Только в эту сторону, наверное, да? Давай. Ну да. Что-то я как-то не заметила сразу. А хотя, подожди, может, я так заберусь? Нет. Вопрос тогда. А, подожди. Сейчас все дошло. Так. Давай. Отлично. Уи! Если честно, в какой-то момент начала думать, что он не допрыгнет. Но нет, нормально. Так. И чё? И чё мне это дало? А, во. Ну, как всегда. Я умерла, что ли? Показалось, господи. Напугал ты мне, Ярни. Так, что-то какие-то уже начали такие депрессивные нотки вырисовываться во всем этом деле, потому что, видите, уже какие-то проблемы в воспоминаниях. Какие-то полицейские, дорожные, возможно, какие-то катастрофы. Где веревка моя? Вон, наверху. О, господи. Может, что-то случилось с частью семьи или еще что-нибудь случилось. Может быть, эти две девочки, они как бы ушли из дома. Типа, нас не понимают, мы друг друга любим, мы уйдем и убьемся на железнодорожных путях. Их отправились искать и не нашли. Что-то у меня какие-то... Ой, господи, я думаю, я умру сейчас.
Какие-то опять депрессивные фантазии пошли. Страшное дело. Вот какие-то токсины, я так понимаю. Может быть, еще с этим что-то связано нехорошее. Даже тут ничего. Так, вот тебя точно куда-то притащить надо. Не зря ты тут лежишь. А чё ты не вытаскиваешься? Так, подожди. Не, она сама по себе очень вытаскивается. Точно? Ну, смотри, у меня... Да нет, смотри, ее нужно вытащить. А чё она не вытаскивается тогда? Может, ее с другой стороны просто толкать, да и все. Что-то я как-то не подумала, как всегда. Ну да. Господи, я говорю, создаю себе проблемы на пустом... Тихо. Стоять. На пустом месте. Давай. Отвязывай. Так, я не поняла. Господа, отвязывайтесь. Так, ты тут у меня привязана, не привязана? Вот, все, теперь хорошо. Так, давай. Отлично. О боже. Взрывоопасный, говорят. Вам плохая идея это трогать. О! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. По-моему, пора. Норм. Идея была правильной. Хорошо. Ой, как бы все это не закончилось разрывом какой-нибудь семьи. Я, конечно, понимаю, что... Ой-ой. В глазах аж слезится. Ты туда пойдешь или не пойдешь? Ну, просто вдруг все-таки это фантазия. Вдруг чуть-чуть здесь историю переиначили, но фотографии просто взяли с отдыха. И сделали свою историю. Вот это я сейчас, конечно, зря. Не стоило спрыгивать. Тихо, подожди. Так, здесь что-нибудь... Опа, здравствуйте. Так, а куда мне тебе? Если можно вытащить... А может там что-то было, подожди, в этой бочке? Может там пуговка? Точняк же ж. Господи. Я вот как, заметили, я как перестала заморачиваться насчет этих пуговиц, сразу как-то жить стало легче, и даже тупников не так много стало. Хотя, вряд ли для вас что-то особо изменилось, потому что я же и так их вырезала, чтобы вас не бомбило. Так. Оп. Но тем не менее. Как бы так. Там налево была веревочка. Не-не, повыше. Повыше, говорю. Эй. Уй-тире-ре-ре. Так, а вот теперь можно приниматься за дела. Что там было-то у нас? Так, тут для прыжков, что ли? Нет, стоп, не для прыжков, нифига. Иди сюда. Раз. Два. Сейчас будем думать, куда тебя присобачить. Так. Стоп, 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 стоп. Нельзя тебя никуда кидать. Подожди. Сейчас. Нужно это отвязать. Я, правда, не знаю, куда мы ее сейчас будем тащить и для чего именно. Сейчас разберемся. Раз тут тоже можно сделать мостик, это что тогда значит? А, я не долечу? Вот оно, что значит. Если я опущу, там же все плохо будет, да? Ну, подожди. Так, а что если я... Так, подожди, сейчас. Нужно, наверное, туда сперва. Ну-ка, поднимись. Поднимись, говорю.
Поднимите меня! Ярни. Так. А, сейчас. Нет, что-то как-то... Подожди. Нет, 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 давай пониже. Я не знаю, я вообще что делаю. Нет, как это ахинея получается. Так, ладно, давай попробуем тебя просто скинуть. Может, и сойдет. Я не знаю, на какой хрен я это делаю. Еще, конечно, лучше бы вдруг... А, все, поняла. О, нет, нет! Ой, прям сварились заживо, нафиг. Так, все, я поняла. Все было проще. Сейчас. Может быть, имеет смысл... А, она уже там лежит. Чудесно вообще. Так, раз. Два. Все, летим. Так, ты заберешься? Нет, конечно. Хорошо. И чё? А, вот, вижу. Сейчас. Главное не убиться. Да. Окей. Ладно, сейчас нужно будет как-то очень четко так на эту бочку попасть, когда я буду уже спрыгивать. А это когда раскачиваешься, не так-то просто сделать. Так, ладно, сейчас. А, вот так вот типа сделать, да и все. И не париться. Так, мы всплыли, нормально, ошибись. Нет, нет, нет! А, это пизна. Вот это тупо было, вот это вообще было. Ну, они же там уже, да? Мне просто нужно будет сейчас... Нет, они еще... Блин. Вот это, конечно, тупниковски получилось, но ладно, сейчас. Ой! Так. Давай уже, господи! Сейчас мы сверху оттуда. Сверху оттуда. Сверху туда запрыгнем. Уи! Так, стоять. А! Я уж испугалась. Ой! Здравствуйте! Лежит, главное, прям вот... Прям вот, блин. Как так-то? Это дерево сейчас сломается, и я упаду куда не надо. Нет, так не запрыгнешь. Либо это нужно прям очень близко к этой штуке быть, гадской. Чтоб разгон взять хороший. Нет, еще, по-моему, ниже надо. Сейчас, конечно, попробуем. У нас, в принципе, есть чекпоинт около. А как? 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 Я не... Как? Почему это случилось? Вот почему? Вот просто почему? Объясните мне. Это не должно было быть. Я даже не касаюсь. Ничего. И... Ой, черт, нет, хрен запрыгнешь, если честно. Может быть, вот с этой? Можем уж попробовать, но что-то я сильно сомневаюсь, да. Вряд ли. И зачем? Ну... Просто, что ли? А, ну, походу дела, да. Странно даже, если честно. Да, господи. Да что ж ты будешь делать-то? Что-то как-то странно, серьезно. Как по сюжету нам должны были дать эту кнопку. Давай, 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 давай. Тик. Ой, ё-моё. Не, только не камни. Только не камни опять. Не хочу сейчас на перегонки с камнями. Музыка такая тревожная. Ой-ой-ой.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, не надо. Быстрее берем. Так, вопрос дня. Вот. Да, вот именно вот этого я и ждала. Ой-о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 й, чё делать-то? Надо было как-то так очень много прыгать, я думаю, да? Потому что мечты ты как-то не объяснишь. Прыгаем, 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 прыгаем. Много прыгаем! О, повезло. Так, хорошо. Ладно. Живы, целы, орлы. Хорошо. Ой, что-то это видео вспомнилось. Помню, когда оно только-только вышло, жив, целый орел. Какой оно эффект производило. Так, хорошо. Я как бы теоретически могу туда забраться, и в принципе, да, так и есть. Так, ну пойдем. Ну, что такое же? Ты чё так... А, господи. Не то жму? Подожди. Нет, он это не хочет цеплять. Не знаю. Это кажется, их связать имеет смысл. Ну, типа, да. Хорошо, я что-то сделала. Все. Ой-ой. Ну, допустим. А вот это уже напоминает... Лимба, чем-то так отдаленно. И чё? Ага. Вопрос. А, там же этот самый был. Ящичек же ж. Надо, получается, сейчас вырубить электричество. Ну-ка, иди сюда. Туда поставить ящичек, иди сюда. Еще под дождем, конечно, электричество включать, выключать розетку эту. Это, конечно, жестко. Так, иди сюда. Иди давай. Вот, отлично. Зашибись. Уи! Включаем. Ехаем обратно. Можно даже в полете это все сделать. Полет шмеля! Быстрее. Так, ладно, сейчас. Не надо мне маслом плеваться. Тихо-тихо. Фу. Мы уже все черные должны быть, грязные, страшные. Фу-фу-фу. Но мы пока что еще ничего. Ну, Ярник какой-то прям совсем не нравится ему дождь. Вот вода... Не любит он ее. А! Пуговка. Что такое? Все плохо, да? Насколько? Каска. Блин, графоний. Так, допустим, я каску поставлю сюда. Как мне бы вот... А, просто вот так вот, да? Теперь пуговки как-то вообще, знаете... Очень просто добыть. Это даже странненько. Так, хорошо. У меня есть ты. У меня есть эта хрень. Ага. Вот так вот, да? И чё? Каску, наверное, тащить нужно будет, да? Ну, попробуем давай. Если потащится, значит, так и надо. Потащилась, значит, так и надо. Давай. Давай, давай, давай. Так, хорошо, а ты зачем? А, тебя вообще далеко надо тащить. Нет, спрыгни. Ну, пошли. Ой-ой. Что-то тут все как-то не круто. Да господи, давай. Ой, сейчас бы не придавила этими гусеницами.
Совершенно, кстати, вот в таких играх, когда играешь какими-то маленькими персонажами, на обычные, казалось бы, уже знакомые объекты смотришь совершенно уже по-другому, с другого ракурса и воспринимаешь их, соответственно, по-другому. Это, конечно, очень круто. Так, ага. Подожди. Нет, ничего не надо. Но мне это как-то ничего не дает. Что-то тут не то. Чего-то не хватает. Может, ящик подвинуть? Ну да. Так, давай, давай. Что-то не дается. Уй! Нет, что-то опять не то. Что, все еще нет? Ну-ка, давай прям до упора. Может, подожди. Сейчас я развяжу. Может, не хватает чуть-чуть? Хотя, казалось бы, что тут не хватает-то? Так, давай, давайте отодвину сперва. Вот так вот. Сейчас должно хватить. Давай, раз. Давай. Ну давай ты, господи, боже мой. Так, ладно. Ну что ж такое-то? Что не так? Может, я куда-то не туда прыгаю? Может, мне вообще надо наверх этого? В общем, да, наверное. Ну да. В общем-то, туда мне и надо. Что-то я, да, чувствую, подстава какая-то. Так, нет, подожди. Да, нам не дали, как сказать, нас бы не отпустили без бульдозера, без этого. Ой, тихо. Никаких прыжков веры, друг мой. Мы его должны, видимо, запустить. Или что-то вроде того. Любим мы технику, но не любим дождь. Я так глядю. Так, чуть не хватает. Еще не так? Я туда не могу запрыгнуть. А, ну потому что я дура. Так, подожди, сейчас. Давай аккуратно это сделаем, ага. Так, давай. Сейчас мы стул. Мы можем стул подвинуть, нет? Что-то как-то не очень. Двигается он. Так, мне же надо в ту сторону, да? Надо кресло подвинуть как-то для начала, наверное. Кресло же мешает, но подвинь кресло. Кресло не двигается. Как его подвинуть? Тупор-то выглядит. Так, вопрос дня. Как подвинуть? А, ну вот. Ну, это я. Это нормально. Тем более я уже не первую часть сижу. Мне можно. Нахрен. Так, ну все, обратно. Господи, такой маленький, я столько наделал. Уи. Так, ты мне нужен, не нужен, не могу понять. Нет. Напоминает, кстати, Алана Уэйка. Опять же, этот бульдозер желтый. Ну, кто играл, тот, я думаю, понимает. Здание разрушенное, стройка какая-то. Все такое. Только... Подожди. Ничего нет. Уи! Здесь босс будет. Кстати, он сам идет. А, смотри, мы уже нашли. Ну ничего себе. Паучок. И наушнички. Эй, слышь! А ну отдай! Мое! Отдай, говорят! Ну вот! Он типа отмахнулся или как-то не похоже было. А чё, мне теперь за этой птицей бежать или чё? Ой, здесь звездочки типа все? Да нет, не все. Почему звездочка? Что это такое? Так.
Вот, теперь вот это доступно. О, кстати, интересно, а вот... Да, видите, от каждого места какие-то предметы, соответствующие воспоминаниям. Ну-ка, а вот туда мы, кстати, интересно, когда-нибудь пройдем? Черт кто знает, если честно. Так, ладно, сейчас. Вообще, нет, знаете что, давайте мы здесь остановимся. Пускай у нас будет одна серия, одна... Ну, как это было вначале, один уровень, одна серия, в общем, чтобы все было грамотно. Конечно, когда были до этого некоторые серии, там так не получалось сделать, но... Там, потому что я тупила много и затягивалось это дело. В любом случае, сколько бы ни длилась эта серия, вне зависимости от того, вырежу я там что-нибудь или нет, посмотрим. Сколько бы она ни длилась, надеюсь, что она вам понравилась. Не знаю, сколько здесь еще уровней. Вот вроде этот как бы таким выглядит последним. С другой стороны, у нас одну штучку-то забрали, и непонятно, последняя она, не последняя. В общем, выяснять будем уже в следующей серии. Вот, если вам понравилось, вы знаете, что делать. И не забывайте, пожалуйста, про группу ВКонтакте, где у нас выставляются новости, опросы и очень иногда упоротые посты, над которыми можно поржать. Но это бывает редко. Обычно там новости и полезная информация, как это ни странно. Вот, в общем, ребятки, большое вам спасибо за внимание. Увидимся в продолжении. С вами была Seven, немного подуставшая, но что-то никак не могущая оторваться от этой игры. Но тем не менее. В общем, всем вам огромное спасибо и до встречи в следующей серии.